Диана. Чем вы занимаетесь? Я, значит, работаю в юридической сфере и также параллельно с 17 лет занимаюсь модельным шоу-бизнесом. Какое отношение вы имеете к эротике и модельному бизнесу? То есть, как это к вам пришло? Сама по себе я просто натура эротичная. Я скорпион по знаку зодиака. Такой самый сексуальный знак зодиака считается. И с 17 лет где-то я участвую в разных конкурсах. Сам очень люблю фото, видео, съемку. И вот именно больше в эротическом направлении. Мне интересно. Заводит этот процесс? Как сказать, заводит. Я, вот, знаете, не то чтобы заводит, но как заводит, как вот как будто ты реализовываешь себя в в творческом направлении и в том, именно в котором тебе хочется реализоваться. Ты как бы осуществляешь себя и показываешь себя и свою натуру. Как бы внешность – это внешность. По внешности как бы видно человека. А вот что за этим кроется, какая именно ты натура? Потому что же бывает такое, что вот девушка, да, действительно может выглядеть ярко, но она там вот сфотографируют, как мне фотографы говорят, я, Диана, я люблю с тобой работать. Ты, говорит, сама выбираешь всегда позы. И ты такая вся активная, говорит, а то девушки придут, и их вот надо ставить сюда руку, туда ногу, там придумывать. Вот. За счет этого вы любите эротику? Да, очень, очень. А вообще эротику обожаю, это не то слово. Она вам дает раскрыться? Она дает, да, раскрыться, показать себя. И удовлетворить вот меня, вот она говорит, я этим занимаюсь, и я получаю удовольствие, во-первых, от того, что я занимаюсь тем, что я хочу, во-вторых, от того, что я за то, что я хочу, получаю деньги. Что для вас является порнография, и что для вас является? Порнография, вообще, если, я говорю, человек такой образованный, да, если открыть энциклопедию, посмотреть, что такое порнография. Порнография – это демонстрация половых органов, вот так, что-то в этом роде. Вот, это порнография, как вот она официально. Пошли в баню. И все, окунулись в омут порнографии. Нет, пошли в баню, если разделся, это понятная эротика. Если ты как бы раскрываешь там ножки и демонстрируешь половые органы, это уже порнография считается. Вот так вот. Для меня порнография, ну да, вот как вот по энциклопедии. Ваш первый сексуальный опыт. Как это произошло? Ой, мой первый, на самом деле, как бы ничего такого, я прям там что-то необычного, я не смогу сказать на этот взгляд. Это мой первый опыт с моим гражданским мужем. Сколько вам было лет? Мне было лет, но вот я не могу сказать. Я была, да, совершеннолетней. Но это было давно там совершенно, да. Я была совершеннолетней. Мне был интерес. Вот, что было. Вот я живу с мужчиной, это вот первый мужчина, с которым я живу. Мне было интересно, как бы такая цель была, как сказать, такая корыстная. Это вот пожить с мужчиной. Не столько, сколько мне был сам этот мужчина нужен, сколько вот пожить с кем-то я вот никогда не жила. Ну, если вы спрашиваете первый оргазм, я говорю, первый оргазм – это раннее детство. Я не понимала, что это такое. То есть я не знала, что это такое, а потом уже, когда повзрослела, я знала, а вот это что, это оказывается оргазм. Как это было? Нет, никак. Это раздевалка была детского сада. И, как бы, и скамеечки. И никак. Я как бы особо я так не понимала. То есть это неосознанно вы себя... Да, это же инстинкт. То есть играет секс вот еще в вашей настоящей жизни? В настоящей? На самом деле отошел уже на какой-то план... так сказать, а раньше был на первом, на самом главном, даже и на очень самом главном. Раньше так я любила какие-то продолжительные, но долговременные отношения, но я прошу обратить внимание на долговременные, на слово временные. То есть мне где-то вот какое-то время. Я уже когда начинала встречаться со своим там, молодым человеком, я уже знала, сколько времени я хочу с ним провести. В чем вот такая вот деталь, я не знаю, почему мне так получалось. Сама я очень люблю вот один тип. У меня там темноволосый мужчина, такой вот внешности, вот, как бы восточной такой внешности. Но мужчины у меня в основном были светлые и голубоглазые. В основном. В основном, прошу заметить. А темпераментом они отличались? Да, конечно. Потому что... Даже я проверяла, что одни и те же мужчины
со мной темпераментно, с другими не очень. Поэтому я поняла, что почему... Не то, что мне такие мужчины попадались, а то, что вот как бы... Ну, я сама... Вы предпочитаете доминировать или подчиняться? Нет, я очень женственная натура. Доминировать я не буду. Как бы это ни нравилось молодому человеку. Я могу доминировать где-то в другом плане, не в постели. В постели я люблю доминацию мужскую. Мне это очень сильно нравится. Когда командует мужчина в постели. Кстати, сейчас мужчины как бы пошли, они любят, когда ими командуют. И вот это эти такие как бы партнеры мне уже не совсем подходят. А есть ли какие-то табу и запреты в сексуальной жизни? В сексуальной жизни с партнером мне не... Если у меня молодой человек, мне с ним особых табу нет. Я иду по принципу хочется или не хочется. Все. Других табу, у меня табу нет, как бы меня никто не воспитывал. Я сама себя воспитывала, живу по собственным взглядам, по собственным понятиям. И принцип у меня всегда такой, хочется или нет. А есть ли какие-то неосуществленные фантазии? В сексе. Неосуществленные фантазии, ну, надо так подумать. Ну, просто неосуществленных фантазий много, допустим. Если я сейчас скажу, что есть, то меня спросят, какие именно. Поэтому я не хочу говорить, что у меня их там нет. Ну, возможно, есть какие-то, да, но это не важно, какие. Я же не буду там описывать, чего и как, и где, и... Вообще, я где-то раскрепощенная очень, как бы, а где-то очень сильно застенчивая, стеснительная.